Всем привет! С вами Женя и Айзик. Айзик по челленджам. Посмотрим, получится ли у меня в этот раз пройти еще один сложный челлендж. Я вот думала, что же такое попроходить. И у меня есть предложение сходить в 39-й челлендж. Как-то раз мы с Сашей пробовали в него ходить. Так что у нас не получилось. Правда, но было очень весело. Ну, а я попробую еще раз, только сама. Так что погнали! Айзик Awakening, челлендж номер 39. Надеюсь, это не я. А в чем суть? Суть в том, что есть меч. Меч и щит. Вот можно делать вот такой кульбит мечом и драться мечом. И нам надо пойти к альтернативной мамке. Вот, так что погнали. Меч стреляет и рубит вблизи. Вот. Надо поднавовчиться. А, и я совершенно забыла, что у меня классный есть активный предмет. Активный предмет позволяет делать вот так. Причем даже переносить между комнатами. Так как это челлендж, можно попробовать поискать здесь. Вот, смотрите, медаль. Видали, как круто? Попробовать поискать подвальчики, зайти во все магазины, попробовать все. Но погнали рубить монстров. Еще вот такие стрелы. О, класс, можно вот так. Так, ну тут я, наверное, долго буду, да, разбираться с этими камнями. Хотя, может быть, здесь и подвал, кто знает. Кто знает. Ага, а то вот этой комнаты нет. Ну хорошо. И плохо, и хорошо. Иногда большой выбор заставляет долго думать. Возможно, стоит это будет перемотать потом, да? В нарезке. Это упорный Айзик или упоротый Айзик, что думаете? Да, вот такой вон. Здесь спешить не надо. Кстати, я пока монтировала прошлый ролик с испытанием скорости, обратила внимание, что я прям тютелька в тютельку 15 минут уложилась. Ну ладно, погнали рубить. Джемини. О, а он самонаводящимися слезами стреляет. Дизайн. Так, а у меня получается, если скорость выстрела будет больше, то тогда я смогу быстрее рубить мечом. О, класс! Видите, нас челлендж уже ведет куда надо. У нас не открывается проход сюда, нам надо на альтернативные этажи, так что нам без вариантов. За кусочками ножа. Как раз послушаю музыку на альтернативных этажах. В принципе, ради этого я и пошла в этот челлендж. А на альтернативных этажах-то та же самая музыка. Опа. Как так получилось? Ой, парень. Погоди, а здесь же может быть и черное сердце. И карта. О, The Moon. О, ничего себе, видали, как классно черепки-то кидать? Надо, я знаю, надо вот так. Бам, чуть как в стену упадем, кого-нибудь кинем. Интересно, это сработает? Да. Так, в этих надо как-то сдалека поплыть. Хорошо, хорошо, я бы сказала даже. Давай ведро с говном кинем в кого-нибудь. Ой. Они такого не ожидали. Они думали, что они в меня кидают говном, а оказалось, что я. Хватаем камень. Слушай, это помог. Блин, не все успела. Так, а здесь получается и все, у меня больше денег нет, да? Ну-ка, а если как-то подкинуть камушек? Нет. Ладно, и у меня ключей нет. Вот это плохо. Ой, нас тут ждет клон.
Ой. Так, но у меня щит есть. Главное, аккуратненько очень идти. Ой. Я не помню, кстати, попадался мне. Что ты делаешь? Ты смываешься? О-о-о. Вот это какуля. Покакуля. Ну что, попробуем по-английски, наверное, да, пойти? Там английские предметы можно будет подобрать. Стоит ли здесь секретку идти? В принципе, можно, да? Ага. Девил. И магазин. Ну, пойдем. Бесплатно в магазин. Модем. Вот это да. Ох. А там еще сколько монеток? 4. Не хватит. Блин, не хватит. Жаль. Модем, модем. А я могу получить деньги? В комнате жертвы приношения, кто не знает, что если у меня язык запутается, вон. Так, здесь пусто. Какули. Так, а может быть здесь где-то все-таки есть подвальчик? Не факт. Надо подойти к этой штуке и почитать. У меня же описание предметов есть, то есть, по идее. Так, давайте посмотрим. 50% шанс на одну монетку, 100% шанс на бомбу. Так, ну ладно, монетка. Еще монетка. 4. Блин. Шанс ангельской сделки, но вряд ли. Рандомный сундук. С монетками. Нет, блин. Не с монетками. Терса. Ладно. Так, хорошо. Так, у меня еще куча камней. Надо попробовать все-таки модем-то вытащить, да? Могут сердца упасть. Да, я помню, там есть такая штука. Либо нам повезет, либо не повезет. Ладно. Конечно, можно еще суперсекретку найти, но что-то я не знаю, где. Так, шанс 3 монет. Монетки. О, да, никогда я не была так счастлива монетам. Все, я дальше даже не буду. Не хочу я с ангелом драться, мне это, в принципе, ни к чему. Давай. Хорош. Затаскивай меня в магазин. Хватай модем. Да, класс. Хорошо. Я рада. Все-таки модем немного поможет. Привет, вновь прибывший. У нас испытание модем к альтернативной мамке. С мечом и щитом. О, а здесь новая музыка. А, долетел все-таки до меня, пешка. Плохой, плохой. Надо было камень в него кинуть, да? Что-то я... Пойдем в кого-нибудь кинем дальше. О, он в меня тоже кидает. Маловато урона мне. Ой, вот это зря. Вот это зря, надо было сначала... О, а тут золотая есть. А, потому что нам надо будет... Нам надо будет забрать часть ножа. Еще белое сердце не потерять желательно. Ладно. О, класс, модем залагал. Дал два ключа. Так,
Ладно, пойдем кинем камень. Ага. Ладно, тогда пойдем в золотую сходим. Ну, а что здесь, я не знаю, но мне кажется, надо брать so cute червяк. Так, ну это комната, а нам надо еще огонек. А что ты не пуляешь? Он перестал пулять? Или есть какие-то режимы? Почему он перестал пулять? А, вот он пуляет. А, вот. Редко, походу. Ешь его, ешь! Хороший червяк, молодец червяк. Главное его успокоить вовремя, и все будет в порядке. Так, у меня уже все, да? Так, главное еще сердце попробовать, не потерять. Хорош. Закидываем. Так, давай-ка вот ты вот, да, молодец. Неизвестный пилюля. Тирсдаун. Класс, был тирсап, теперь тирсдаун. О, да, хорошо, есть сердце, есть чем закрыть, защититься. О, у нас здесь Рейнмейкер. Ладно. Хорошо, мне нравится, мне нравится. Что за карточка? Всех превратить в сердца. А давай возьмем всех превратить в сердца. Так, а я же могу сюда, да, зайти? Фух, хорошо, что червяк его съел. Блин, это может быть все что угодно, да? Так, я сломался. Страшно пилюлю прожимать. Это может быть бэт-трип, и тогда хана моей мантии, и я просто оттуда не выйду. Всякое бывает. Так, и нам надо золотую. Еще один ключ, хорошо. А, что-то я ничего не беру, да? О, станочки появились. Фу. Фу. Прям напряженненько у меня аж лицо напряглось. Так, и вот она, часть ножа. Что у нас тут? Парень с деньгами в глазах. Ах, ты жадный. Так, валить ли босса? Что-то мне не знаю. А вдруг я помру? Мне ничего не хочу. Я бережливый парень. Погнали на следующий этаж. Знаю, что с боссом можно еще один артефакт достать, но не всегда это бывает выгодно. Секретка может быть в двух местах. Ладно, погнали. Так, все превратить в сердца я возьму с собой на всякий случай. Погнали ниже. О, это такие пауки, которые бесконечно стреляют. О, ничего себе, я даже не увидела, что здесь еще вот пар.
Так, давай-ка ты тут. Так, хорошо. The World. А давай. Давай, прожмем, будем знать, куда идти. Вот, ну, наверх. Оу, кастом. Пара-папам. Так, звук с камеры пошел. Короче, на сцене, где я с игрой, звук пропал. Поиграем без меня, только с моими эмоциями. Все, я тут. Продолжаем. Все, меня слышно? Все ок? Все гуд? Все. Я тут накидываю боссом. Со своим червяком, короче, разношу тут всех. Так, по-моему, классно. Мне нравится. Все гуд. Класс. Ой. Хорошо, червяк меня прям спас. Червяк хороший мальчик. Кто хороший мальчик? О. О. Так, я не помню, когда глаза закрыты. А, вот так вот, пятериком. Когда открыты, там по диагонали как. Неизвестная пилюля. Кушаем. И кукаем. Так, здесь, походу, Гидеон, да? Да. Так, ну здесь надо победить все его волны. Тогда он умрет. Видите, 6 волн. Ой. Ой, он все-таки попал. Воу. Кто там? Ты съел, да? Съешь их всех. Класс. Ой, мой червяк стал бешеный. Червяк бешеный стал. Он там на чужих и на своих нападает. Бабаунч. Червя туши, червя туши. О, так, ладно, надо внизу остаться. Все, мы угомонили червя. Это была напряженная битва с червем. Ладно, пошли. О, да. Спасибо, игра. Это шикарно. Фух, вот это меня просто черт напряг. Вот это он меня напряг. Я вот думаю, взять ли... Подожди, это какой этаж? Мины первый, да? Наверное, не стоит. Дважды активный предмет. А что там? А если мне что-то другое попадется, да, я поменяю, например, поднятие, вместо поднятия камней что-нибудь другое возьму. Даже не знаю. Дважды заряд. А если какой-нибудь прикольный активный предмет попадется? Хотя, мне кажется, уже вряд ли. Вряд ли. Все-таки. Расчищаем поляну. Ладно, погнали. Ой. Ха. А, нам дальше. Там же, надеюсь, не придется жертвовать своими сердцами дальше. Ой, мы тут сейчас еще будем добывать вторую часть ножа.
Хватаем камень и бежим. Первое кидаю, больше не играю. Так, есть первая кнопка. Есть сердца, это тоже хорошо. Хватаем камень. Так, надо там кого-то кинуть, да? Так, червяк съел какую-то какашку. Надеюсь, ему от этого плохо не будет. Так, хорошо. Блин, эти парни вообще такие костры свои кидают. Это плохие костры. Какие-то лавовые лампы. Берем камень. Ой, опять лавовые парни. Ой, паук горячий. Откуда он взялся? Хочу сундук. Ну, в принципе, неплохо. Монетка, бомба и все такое. Так, в принципе, да. Так нам игра ничего не дает, да? Классненько. А это последний, кстати... А, нет, не последний. Будет еще, да? Точно, еще будет. Будут у нас еще этажи. Так, вот еще кнопка. Где-то там что-то открылось у нас. Во. Волшебный звук. Ну что, пойдем, пойдем заберем. Пойдем заберем сразу наш нож и будем тыкать в него босса. Так, пока мы въезжаем в эту штуку. Так. Привет всем, кто к нам присоединился. О, смотри, у меня активка не работает. О, я обычный. Обычная. Ладно, здесь главное не торопиться. Аккуратно, размеренно идти, и все будет хорошо. Так, здесь явно надо будет что-то взрывать. О, здесь проход к ключу. Жаль, что я не летаю. Музыка здесь такая прям таинственная. А если я потушу, они зажгутся? Нет. Или да? Да. Так, у нас есть кнопка. Так. Так, бежим, 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 пока она тут не возникла. Так, хватаем ключик аккуратненько. Так, осторожно. А зачем я взрываю, когда можно просто какашки порубить? Так, супер. Последний рывок. Ну, я надеюсь, последний рывок. Ой, она прям по мне проехалась. А-а-а, беги! Е-е-е! Так, ну что, у нас есть всего одна потеря, это хорошо. А где здесь ключ? А-а-а, вот он ключ. Класс. Красные сердца прям лезут, мне нравится. На случай, если что, вдруг можно полечиться. Теперь я снова могу кидаться. О, ничего себе, его просто сразу вынесло. Ладно, я понимаю прикол этого предмета теперь. Ай, праздник. Но можно на босса кинуть, кстати.
еще вот так камень взять в лицо. Не знаю, кто там. А, подожди, или здесь уже все? Подожди, здесь уже все, не. Не, я возьму Ace of Hearts, конечно. Так. Так. Парень что-то убегать будет у нас. Он застрял, он застрял. Так, хорошо. Shot speed up. Да, я могу почаще стрелять своим ножом. Это хорошо. О, класс, я могу еще через клеточку подбирать. Ладно, погнали. Опасные этажи пошли. Тут опасные уже монстры живут. Главное сильно щит свой не разворачивать, и все нормально будет. Тогда прямые попадания исключены. Ну тут по диагонали кину, конечно. Это я не защищена от такого. Ладно, берем камень. О. Фух. Они тоже умеют кидаться. Так, тушим костерки, добываем деньги. Хорошо. Так, хватаем камень. Ага, ладно, кидаем камень. Давайте посмотрим, что здесь. Ух ты. Ой, парни, я вас не заметила. Слушайте, это какой-то крутой магазин. Мне ни разу не попадался такой. Кого же я возьму? Конечно, паука я возьму. Это же просто мой самый любимый паук. Обожаю его. Он показывает, сколько жизней моих врагов. Да, две удачливые монетки. Блин, вообще красота, красота. Ой, надо было взять... Ой, она же сквозь меня. Хм. Что еще можно на этом этаже найти? А сердец дашь? Синих. Карта хаоса. О, даже у меня столько сердец тут нет. Пойдем в большую комнату. Ой, а тут некого превращать. Так, еще будет магазин. Блин, а тут мини-босс. Так, еще есть половинки сервец. Хорошо, ладно. Осталась последняя комната, посмотрим. Ярослав, привет! Тебе персональ. О, наконец-то! Наконец-то подвал. Замедляет врагов. Стоит ли? Slow down. На сколько? На 8 секунд? Да, что это даст? У меня модем есть. Я тоже умею так. Золотой ключ. Так, мне еще побольше сердечек. Он там через всю карту стреляет.
игровая комната. Так, ну ладно, что у нас есть? The Stars. Я знаю, что надо сделать. Пойдем посмотрим сундук. Хорошо, что... Ой, забыть этаж. Не, ну... Это уже не очень. Зачем мне забывать этаж? У меня прикольный вон, активный предмет. Мне кажется, вот. Вот это лучше. Так, ладно, пойдем полечимся. Можно в игровой еще. Да, Ярослав, да. Карта хаоса, я ее нашла. Я ее сейчас с собой понесу. У меня челлендж. Я иду к альтернативной мамке. Хочу ее убить одной картой. Главное не промахнуться. А главное дойти еще. Хорош, круто. Так, это не то, что я хотел. Ладно, надо взять его. Хотя, если бы могла носить два активных предмета, взяла бы то и другое. Главное дойти до мамки. Так, ну я лечусь, это хорошо. Блин, может все-таки пакетик взять? Ой. Ха. Magician. Все-таки у меня есть... Небольшая регенерация. Я, наверное, возьму все-таки вот это. Раз у меня небольшой шанс за подъем монеток. Ой. Я же теперь не поднимаю камни. За подъем монеток синие сердца получить, то это будет немного лечиво. Главное теперь не прожимать. А то я уже как камни кидать прожимаю. Так, вот у нас тут лечиво есть. Так, ну карту хаоса тоже не прожимать. Так, сердечко здесь. Еще будет магазин один. Ой, я еще боссу не ходила. Сирена. Ой, она паука против меня. И нож. Ой, червяк. Червяк заразозлился. Фух. Червяк выздоровел. Знаете что? Надо еще попробовать взорвать... О, вот здесь. Монеток, может, наберем? Лечусь на ходу. Смотрите, как клево расположение предметов. У меня червяк, а над ним... Нимб. Так, ну с этого этажа, по-моему, все. С этого этажа все. Погнали дальше. Камень с крестиком. Не сразу увидела.
Ух ты. Оставим пока что. Чуть не хочу в большую комнату. Придется, наверное. Откуда здесь босс взялся? Рубим босса. Вообще неплохо. Ух ты! Ну это прям вообще щедро. Тогда не зря я взяла этот мешочек с кровью. Пакет для сдачи крови. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, парень. Спокойно. Одни сплошные комнаты повсюду. Так, ща. Свертухана, опа! Ой, кто это придумал? Что это такое? Я первый раз такую комнату вижу. Наводящийся. О, это плохие парни. Они бы на меня сейчас как плюнули. Так, ну это уже босс. Так, как меня слышно, я надеюсь? Кому я просила пальчики вверх ставить? А то камера отключилась. Непонятно, звук есть или нет. О, как-то откуда ты возник вообще? У меня еще этот отхлыстал. Давай. Червяк, ешь. Очень мощный удар вот это на вертушке. О, как интересно. Я тоже первый раз такую комнату вижу. Сплошные колонны. Заряжаемся. Да блин, опять. Заму. Кстати, неплохо. Так, взрывная, нет. Взрывная не хочу. Давайте здесь в секретку сходим. Угу. Так, ну мне есть чем полечиться. Шприц. Неплохо, неплохо. Монета удачи. Тоже классно. Так, может я сейчас еще немножко и регенерирую. Ой, я прям зашла в комнату, ага. Ну вот, последний магазин, что я тут вижу? Где мои сердца все? Я что-то понять не могу. Так, ладно. Пошли в большую комнату. Блин, я не достаю, как бы я ни хотела. Так, камни с крестиком. Нет камней с крестиком, ладно. Ну, пошли.
Куда вы от меня убегаете? Убегает от меня сердце. Ой. Посмотри в чат, ага. Не, у меня там меч это не достает, короче. Слишком далеко, чтобы поднять то сердце. Ну ладно. Так, суперсекретки тоже, кто знает где. Кстати, перевернутый крест в виде камней. Ну, пошли. Мама! Мама, не бей меня! Ой, я забыла, что они так делают. Ой, как она часто бьет. Что это такое вообще? Не как я редко сюда хожу. Есть! Фух. Ах. Ой, как жаль, что но с ножом мы расстаемся. Ах, сердце. Так, ну тут можно напротив стоять, и все будет нормально. Так. Почему он боком как-то держит? Вот. Щит, держи ровно. Куда они там заворачиваются? Так, короче, вот эта тактика с щитом вообще плохая. Надо же было так. Пошли вниз. Так, главное дойти до мамки. Главное дойти до мамки. Спасибо. Так, это не та дверь, которая мне нужна. Так, есть сердце. Во второй фазе карту прокидывать? Ой, это как с мегасостаной, наверное, да? Только на одну фазу действует. Ой, дожить бы до этого всего. Не, можно, конечно, оставить игру, пойти чай попить, тут регенерируется все. А потом уже к мамке идти. Ой, червяк разозлился. Так, регенерирую. Червя так откинул. Че это у нас? High Priestess, ладно. Так, хорошо. Что у нас тут есть? Ничего, батарейка есть. Ой. Ого, они по диагонали ползают, ничего себе. Так, половинку пока брать не буду.
Ну как так? Ну как так? Так, это мы возьмем. А я думала, что к боссу иду. Руби червяка, чтобы он не кусался. Так. Заряжаемся. Ой, я сама на него напала. Ух ты, вот это класс. Вот это здорово. Так, я это не возьму пока. Мы же сейчас просто босс. О, химера. Бауч! Туловище само по себе, голова сама по себе. Ого. Так, одно есть. Ой, все-таки добралась до меня. Химера. Отхлыстать меня за это. Так, дамаг, хорошо. У него третья фаза есть? Что, серьезно? У червяка есть третья фаза? Я не знала, я его сразу рублю, а то он кусается. Ладно, может, на мамке увидим. Так, я тут больше не хочу ничего собирать. Я хочу забрать свои сердца и пойти дальше. Еще один этаж. У меня есть ключи. Ага, тут бомба. Где может быть секретка? Монетки. Может, здесь? Ладно, сейчас проверим. Проверяем. Нет. Ладно. Чуть-чуть всю комнату летают. Пауки всегда такие. Эй, я начала вертеться. А что ты испугался? Блин, это вообще жесть какая-то. Какая у него третья фаза? Он носится без конца и края. Он чем толще, тем круче. Кто это не будет? Ну вот, он злой и беспощадный. Говорит «Ар-р-р-р». Можно как-то умереть. Так, неизвестный это не любит. Блин, этот червяк меня доконает.
Я обкекался. Так. У нас есть два сердца. Это помогло, но только наполовину. Может, пойти уже мамку мочить? Ладно, пошли. Червяк злой, опасный. Сейчас он... Главное, чтобы меня не ел. Ладно, пошли. Мамочка! Мамочка! Да червяк, я же говорю, меня не ешь, блин, не ел. Так сложно, что ли? Так, ну он там вроде на руку нападает. Ой, где? Есть! Да червяк, ё-моё, ё-моё, меня сейчас червяк завалит! А, хорош! Да! Я подумала, промазала нафиг! О, да, вот она, эта карточка хаоса. Да, фух, меня червяк чуть не завалил. Ты мой хороший мальчик, давай возьмем вот этот кубок. И мы открыли этот меч. Теперь он доступен нам в самых темных подвалах Айзека. Вау, ну что, на этой победной прекрасной ноте спасибо всем за просмотр этого видео. Обязательно ставьте большие пальчики вверх. Проходите по всем ссылочкам в описании. Подписывайтесь на YouTube, в сообщество ВКонтакте. Заглядывайте в магазин, потому что теперь там есть классные значочки по Айзеку. И не только. И всем пока-пока!